подмосковных буераков меж мимо перерезка Криворукова президентский двигался кортеж по шоссе к аэропорту Внуково. В лимузине с мыслями в очах, о докладе в сумочку положенном, президентша Ксения Собчак возлежала на сиденье кожаном. А в порту, раскинув пару крыл, на которых герб России высечен, Ксению ждал президентский ИЛ 96-3000. В этот вечер предстояло ей изложить в Женеве положение речи исторической своей на Конгрессе по разоружению. «Мы, Россия, мирная страна!» Так начать доклад хотела Ксения, а у нас оружие до хрена, потому что сегодня перед всеми я заявляю я от лица страны, устранив моменты напряженные, что России больше не нужны силы эти вооруженные. Не нужны нам армия и флот. Мы в страну преобразились мирную, и решение, в общем, это вот, пусть войдет в историю всемирную. Пусть услышит и Берлин, и Рим, остров Лесбос, Лондон и Сардиния, что захваченный Россией Крым, возвращаю снова Украине. Ксения зажмурила глаза и вообразила на мгновение, как с трибуны речь свою сказав, вызовет она оцепенение. Как в улыбке снова идиот, раскраневшийся, как свежий окорок, Мануэль Макрон разинет рот, и Ангела Меркель рухнет в обморок. Как всплеснет руками Дональд Трамп, словно капельмейстер на Титанике. Как в одну ноздрю засадит грамм Миша Саакашвили в панике. Подавившись галстуком своим, коим он не первый год питается, как Тереза Мэй, размазав грим, на плече у Туска разрыдается. Как грибу скайте, наконец, нежно, словно Вероника Долина, скажет неожиданно «Пиздец! Лабасеритас, Ксения Анатольевна!» Так вот, по пути в аэропорт, собираясь вызвать потрясение судьбоносных помыслов экскорт, шевелился в голове у Ксении. Но внезапно, за душу схватив, встряла мысль непрошенным диспетчером: «У меня же, блядь, корпоратив!» Прямо в аккурат сегодня вечером, судьбоносным планом на беду, что тянули на награду Нобеля. Я ж, блядь, бармицу с Галкиным веду, у Самира Срульевича Шнобеля. Как же я забыла, твою мать, про такое важное событие. Я же и аванс успела взять, на который, в общем, не в обиде я. Может, кинуть? Не, не вариант. Это ж не Европа, блядь, а Азия. Горские евреи говорят, сука, щепетильно до безобразия. 49 000 косарей. Вряд ли это Шнобелю понравится. И не горский, а любой еврей за такие бабки аж удавится. И какой пример подам в стране, даже объяснив причину вескую. Ведь, в конце концов, негоже мне честь свою порочить президентскую. И зачем мне вся эта херня, этот вот в Женеве ради мира спич, если есть ребенок, ждет меня, Шнобеля, сынишка, Шруль Самирович? Ведь, по мнению Юрия Лозы, мир с его понятием прекрасного недостоин и скупой слезы на щеке ребеночка несчастного. Но мой характер не таков, мне не чужды гуманизм с романтикой. Поверну-ка я кортеж, как Примаков развернул наш лайнер над Атлантикой. А в Женеве смогут без меня как-нибудь сбавить напряжение. И пускай отвален к ебеням их конгрессы по разоружению. Разобраться надо бы сейчас, что там с моим графиком намучено. Трудно быть президентом у нас. Лишь теперь я понимаю Путина. Это офигенно. Настоящий хит. Вулых будет доволен. Саш, привет.